Короче, сегодня у нас 12 апреля, как бы день космонавтики. И благодаря этому сегодняшнего дня я начну, как бы сказать, новую свою жизнь. Будет 100 дней моего изменения тела. Я сейчас еду на замеры, там жир, мышцы, такое. Какой мой возраст, что у меня там лишаковое, что не лишаковое. И буду вести такой вот видеодневник. Вот со своей супругой. Юля ее зовут. Юлечка. Все, мы сейчас вот приехали. Юлюсечка. Здесь чуть пофоткались на этом месте. Едем сдавать. Как называется, Юль? Измерение тела. Да, измерение тела. Все, поехали. Все, сейчас едем. На, поснимай. Вставай, ну это... Тут такую, заехали в такую жопу. Сейчас будем выезжать. Короче, сегодня попробую с завтрашнего дня начать уже 100 дней. Сегодня замерю все. Буду снимать свои тренировки. Тренировки будут на свежем воздухе, в спортзале, там во всяких экстремальных... Бегать будем на стадионе, Ваня. Да. И будет интересно очень. Как бы сейчас на данный момент у меня 84 килограмма веса. Но это такое непонятное. Сейчас узнаем точно. Да, сейчас точно узнаем. Мне 31 год. Меня зовут Иван. Короче, будет интересно.